Окей. Если ты на дне, думаешь, упал, и уже сдаешься, вроде надостал. Учти, оно бездонно, ты можешь вечностью томим лететь и знать, что очевидно твое падение другим. И также знай, что вряд ли кто из очевидных и других вдруг кинется тебя спасать, кормить, обстирывать и спать. У этой фляги нету дна, завязывать тебе пора. Не жди, что как-то вдруг появится волшебный друг, нажмет на кнопку, и тогда сия закончится игра. Не жди, а лучше начинай, хоть бы ползком дорогу в рай. Проснись уже, не жди, покайся, трудись и страшно.